Здравствуйте. Привет, доброго утра. Вот это Шаньги, я еще не знаю, сколько уже. И она свежая, не свежая. Но она в холодильнике лежала, вроде нормально. С молочком. Здесь охота. Вещи вчера собирала. Купальник там туда-сюда. Шапочку зарини. Зря принесла. У них по понедельникам купалка. Угу. Сейчас только вспомнила, что надо было мясо вечером достать. Мне еще Зарина ложилась спать и сказала: мам, ты мне напомнила, сказала напомнить, что мясо надо достать. Сейчас достану, если опять не забуду. Шашлычок она захотела сделать. В духовке я сделаю. Маринованный уже. Блин. Капуста немножко такая живется. Господи, ты чё там? Сейчас пока утро. По-быстренькому что-то приготовить. Там еще макароны есть у меня с сосисками. На, еще что-то. Вчерашний шашлык дала бы мне о себе знать. Я взвесилась утром. Вес так же, как вчера. Ну, я подумала. Посидела, поразмышляла, повспоминала. Ходила я утром на горшок или нет? Ходила. Ну, ладно, хоть стоит. Встал. Я печку сутки не топила. Тепло. А что дверь вот эта открыта? Хотя бы раз в сутки все равно подтапливаешь, да? И тут даже нету. Не топила. Всем тепло, дома тепло. Сейчас еще, наверное, печень поставлю разморозить.
Пока, говорю. Пока. Зашел руки мыть в раздевалку после этого. Улица-то, в садике. Смотрит так на меня, что я уж двери закрываю. Прям душераздирающее зрелище. Все хорошо, только увидел, что я уже все двери закрываю. Все вот так вот. Что-то я задумалась о своем. Извините. Еще одну слопаю. И все. Крылышки, кажется, другой вкус прям. У крылышек. Выкинула я, не выкинула эти палочки долбаные. Шашлык надо садить. Блин. Вот такое. Связка такая была. То ли выбросила, то ли... Если вот так можно кусочки положить, ниточками связать. Больше шел такой на лямочках. Или на настоящий шампур засунуть и туда, что ли? Сейчас что-нибудь Иринка соображать будет. Я все равно что-нибудь соображу. Короче, тут только к ее новому приходу это надо будет лучше сделать. Чтоб прям горяченький, свеженький был. Так, картошечку я еще ела ночью. В мундире. С солью. Не доела одну картошечку. Захотела я картошечку. Сидела, грызла картошечку. Я. Извиняюсь. Сейчас точно обосрусь. Не вставать, лень. Вы меня увидите. Я без штанов. Чтоб жопу свою не поднимать. Сейчас бабушка придет. Начальник. Начальник придет сейчас. Я ее начальником называю. Она начальник, бабушка. Я говорю, всем смирно построились, начальник пришел. Понимаете, все внимательно слушаем начальника. Пока до конца не выслушаем, сидим смирно.
Да. Хорошо иметь длинные ногти, да? Здоровья, счастья и всего вам хорошего. Добрее надо быть.